CodeMe – это не просто школа программирования. Мы гордимся тем, что входим в число лучших школ страны, являемся резидентами Astana Hub, и вот уже третий год подряд выпускаем востребованных специалистов по программе TechRDA. TechRDA – это уникальная программа, созданная для решения задачи, поставленной нашим президентом по подготовке высококвалифицированных и востребованных IT-специалистов. Мы помогаем нашим студентам улучшить качество своей жизни в лучшую сторону. Как мы это делаем? Мы учим не только программировать, но и правильно презентовать себя. За время прохождения обучения вы получаете практические навыки, разрабатываете собственные проекты, а также получаете опыт в коммерческой разработке. Все это становится вашим явным преимуществом при составлении резюме и прохождении технического интервью при устройстве на работу. Всего за 6 месяцев мы проведем вас за руку от первых строчек кода до получения приглашения на работу в качестве IT-специалиста. Поверьте, это возможно, даже если у вас нет опыта в программировании. Отбор студентов проходит по результатам эссе, IQ-теста и личного собеседования. Одним из важных критериев является ваше искреннее желание получить новую профессию в сфере IT. Наша целевая аудитория – студенты последних курсов вузов и колледжей, начинающие IT-специалисты и просто те, кто решительно настроен улучшить качество своей жизни с получением новой, востребовательной профессии. А технология обучения. Обучение проходит офлайн в оборудованных классах на современных компьютерах в мини-группах по 8 человек. Ждет множество домашних заданий и практических задач, поэтому мы ждем полной отдачи от студентов. По окончанию каждого блока обучения проводится экзаменация на успеваемость, а в финале написание успешного проекта, достойного вашего портфолио. В рамках программы обучения TechRDA мы представляем вам следующие направления: фронт-энд разработчик, аналитик данных и Python разработчик. Каждый курс включает в себя комплексный подход от введения в профессию и написания первых строчек кода до официального трудоустройства. На наших занятиях вы познакомитесь с главными принципами командной разработки и научитесь выходить за пределы привычного мышления. Выпускники CodeMe получают офферы от лучших IT-компаний страны и уверенно оказывают услуги на фрилансе за рубежом. По окончанию полного курса обучения вы получите квалификацию специалиста с уровнем Junior, а также вы можете претендовать на оффер с заработной платой свыше 300 тысяч тенге. Преподаватели CodeMe – практикующие разработчики. Они являются олимпиадниками и имеют опыт работы в крупных IT-компаниях. Они с удовольствием выступят менторами на всем периоде обучения и поделятся своими знаниями и опытом. Таимова Ляля, 38 лет, Middle Data and Business Analyst. Образование высшее, сертифицированный специалист Microsoft Azure Data Fundamentals, CISM, курс по бизнесу и системному анализу, курс по анализу и работе с большими данными. Каменов Рандос, 32 года, Senior Frontend Developer, опыт в IT с 2010 года, образование высшее, сертифицированный разработчик 1С Bittrex и Microsoft SQL, преподаватель в школе программирования CodeMe с 2021 года, главный разработчик в NAO Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. Конор Байерган, 32 года, Middle Python Developer, образование высшее, серебряный медалист чемпионата РК по робототехнике 2020 года, преподаватель информатики в КГУ Карагандинский колледж технологии и сервиса с 2017 по 2020 года, преподаватель в школе программирования CodeMe с 2022 года, бэкэнд-разработчик в компании Synopsys. В связи с ростом популярности и востребованности IT-профессий, наша школа делает шаги в создании онлайн-курсов на казахском и русском языках. Мы упаковываем все знания и опыт, полученные в процессе обучения новым специальностям по программе TechRDA, в онлайн-курс по доступной цене. Всем привет, меня зовут Димаш, я являюсь студентом школы программирования CodeMe по профессии дата-аналитик. Я давно интересовался сферой IT и думал, как бы поступить, много чего попробовал программирование и разработку, но в итоге остановился на дата-аналитике. В данный момент школа участвует в программе TechRDA. До поступления учебы я работал и работаю в данный момент в сфере общественного питания в ресторане. И уже очень сильно хотел поменять сферу деятельности. Вот уже давно я готов. Примерно 30 апреля у нас учеба закончится, и уже нужно будет готовить резюме. К этому моменту уже полностью подготовлен благодаря школе CodeMe. Здравствуйте, меня зовут Ярасул. Я обучаюсь в CodeMe на аналитике данных. Мы уже проходим Power BI. Начали обучение на аналитике данных в октябре 2023 года. Сейчас уже закончили курс Excel. Постепенно заканчиваем Power BI. Изучаем все необходимые функции,
анализирую на примере живых кейсов, которые представлены в курсе.